Итак, господа, что же выбрать? Картофельное пюре Роллтон или картофельное пюре Быстринка? Быстринка. Роллтон очень соленое, это просто пиздец. И один его жрать, ну, людям, у которых уже чувство вкуса деградировало давно от всяких таранок, пив, сигарет, водки, прочей хуйни. А картофельное пюре Быстринка, в нем соли вообще нет в составе. В нем состав: картофель свежий, эмульгатор Е471, стабилизатор Е450, антиокислители Е223, Е304, регулятор кислотности Е330, ну, то бишь лимонная кислота, краситель Е160А. И поэтому, чтобы нормально питаться картофельным пюре быстрого приготовления, основную часть сыпем Быстринки, а Роллтоном слегка подсаливаем для вкуса. Сейчас перемешаем. Надо еще подсолить. Привык к этому картофельному пюре Роллтон. Теперь вот вкус они мне извратили. Приходится отвыкать постепенно. И от картофельного пюре Роллтон почему-то в солнце убавит моментально, не знаю. Они тоже пидорасы еще те. Они, блядь, написали в составе, что они невинные овечки. У них состав: хлопья картофельные, соль, антиокислитель Е223. Но чую я, что глутамата натрия там тоже дохуя. Потому что просто соль такой вкус не дает. Вот получилась нормальная картошечка, в меру соленая. Наверное, все. Так что покупайте Быстринку. Две порции, два пакета Быстринки и один пакет Роллтона. Это и будет ваш жизненный рацион. Ну и молочка. Я, например, беру. Сейчас покажу, какое. Вот это молоко беру. Оно очень похоже на настоящее. Торговый дом Сметанин. Изготовитель: Брянский молочный комбинат. Всем пока!